Площадка для обсуждения международного сотрудничества и развития торговых отношений. В столице Татарстана прошел международный экономический форум «Россия. Исламский мир». Среди ключевых тем для обсуждения – бизнес, туризм, финансы, наука и технологии. В частности, Алексей Русских провел переговоры с делегацией Иранской республики. Иран – важный стратегический партнер для Ульяновска и входит в десятку зарубежных партнеров-лидеров по товарообороту. Хочу сказать, что в последние годы объемы наращиваются. Наиболее тесные контакты у нас начались с 2005 года. Регулярно осуществляются бизнес-миссии. Мы принимаем делегации из Ирана. Делегации правительства Ульяновской области неоднократно выезжали в Иран. Также пообщались с партнерами из Азербайджана, Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов. С последними обсудили возможность торгового партнерства. Но, пожалуй, главной темой стало развитие международных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока. Так, глава региона презентовал торгово-логистический канал «Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив» заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину. Инициативы ульяновцев рассмотрят на федеральном уровне. Речь идет о формировании совместных грузов и дальнейшей отправке их в район Каспийского моря и Персидского залива. Ну и дальше, соответственно, открывается путь и в африканские страны, и в Индию. И речь идет о том, чтобы доставлять продукцию производства по Волге максимально быстро и по минимальным ценам в те страны, которые заинтересованы нашей продукцией. В работу логистического канала уже включены транспортные операторы, компании, оказывающие финансовые услуги, судовладельцы, представители портов на территории России и дружественных стран. Логистический вопрос обсудили и с раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Он высоко оценил работу торгово-логистического канала и отметил, что они готовы к совместной работе. Хвалил логистические ваши схемы. Там, видать, он был. Мне говорит, да, вот мы показали. Учитесь, говорит, его. Я говорю, будем учиться. Я серьезно. Молодцы, то, что вы уже отработали вот эти маршруты. Напомним, логистический проект «Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив» реализуется благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Проект позволит обеспечить прямую доставку сборных грузов от портовых терминалов Средней Волги, а также регионов Приволжья и Европейской России к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива и Индии. Анна Тищенко, Управда ТВ.